Старательно творит свою мифологию. Существенный вклад в копилку легенд, основанных на реальных событиях, внесли продюсеры и режиссеры братья Юрия Володар-Стыцковские. Вернее, на сегодняшний день уже сестры Юлии Володар-Стыцковские. Своей дриминальной крамой «Майор Пердунеску», которую вам необходимо посмотреть. И уже, по сути, не важно, насколько достоверно рассказана история и как сильно сгущены краски. Для многих киноманьяков эта лента, ставшая приквелом скандального блокбастера «Майор Пердунеску. Последний кирпич», обрела статус культовой и заслуженно получила самые престижные награды, включая «Панскую калимовую ветвь», «Золотой гробус», 7 номинаций премии «Глоскара» и первый приз на фестивале «Кинокентавр». Сюжет тривиален до гениальности. Наши дни. Самый выгодный бизнес – стриминг наркотиков. Чтобы им заниматься, самоуверенный мафиози Алексис Пыху купил с потрохами всю верхушку руководства страны. Казалось бы, все у него схвачено. Деньги льются рекой, а недовольные отправляются кормить рыб в этой самой реке. Но непримиримого борца со злом Трояна Пердунеску такое положение вещей не устраивает. И он набирает команду несогласных, неподкупных, непросыхаемых. Рекомендуем смотреть травматический дриллер «Майор Пердунеску» или «Хроники 13-го отдела», где только найдете. Советуем искать всем, везде и уже.
Yeah.